Громкое дело об убийстве 7-летней Миланы Давыдовой рассматривает Павлодарский суд. Начались предварительные слушания. На скамье подсудимых двое – мать девочки и сосед семьи. По материалам дела Милана застала эту парочку в постели. Школьница пригрозила, что расскажет отцу, за что и была жестоко убита. На процессе гособвинитель рассказал, что мамаша била ее кулаком по лицу, а потом ремнем, пока малышка не потеряла сознание. Любовник Давыдовой добил девочку, спрятал тело в 250 метрах от дома и прикрыл мусором. Передала Абельдинову ремень, который последний использовал в качестве орудия преступления, обвязал вокруг шеи Давыдовой Миланы, образовав петлю. Обеими руками силой стал втягивать концы в разные стороны, перекрыв таким способом доступ кислорода в легкие. В результате преступных действий Абельдинова и Давыдовой потерпевшая Давыдова Милана скончалась на месте. После совершения убийства Абельдинов и Давыдова, не раскаявшись содеянным, с целью сокрытия следов преступления, спрятали труп Давыдовой Миланы под металлической цистерной. На слушании стало известно, что убивали Милану прямо на глазах у младшего брата. Что было дальше, многие помнят. Мать сама подала заявление в полицию о пропаже дочери. Девочку искали всем районам, подключались волонтеры и спасатели на вертолетах. Однако обмануть следствие женщине и ее любовнику не удалось. Их будут судить по статье «Убийство малолетнего лица». Парочке грозит 20 лет тюрьмы или пожизненное.